Всем здравствуйте. Всем здравствуйте. Показываю вид на Мадрид из окна. Ребята, у нас такая холодрыга. У нас ночью минус 30, днем минус 28-26. Лерочек быстро-быстро сбегает, быстро делает свои дела и бегом назад. Лапы поднимает, перебирает, потому что моментально, в общем-то, замерзает. Так, погодка ничего, но сегодня еще и ветер сумасшедший. Так что вот такие дела. Сегодня выходной. Я дома занимаюсь домашними делами. Дверь так плохо идет, тоже видно, примерзла или что. Вот, поэтому я здесь стою, ожидаю, пока Лерочек не вернется. Я думаю, что он быстренько справится со своими делами. И дверь его плохо открывается, он не может открыть самостоятельно. Поэтому мне приходится его ждать здесь, чтобы дитё не примерзло к балкону. Ой, очень холодно. О, видите, как быстренько. Молодец. Молодец, мальчик. Давай. Валеруня. Видите, как быстро он. Чик-чирик и всё. Так, Дэл на боковой у нас спит, дневной сон, а я занимаюсь своими делами. Сейчас покажу, посылочка пришла с этой компании, тему покажу, что я заказала, нужные или ненужные вещи. В общем, посмотрим, опять куда ты лезешь. Герой! Снова мне нужно разбор делать бумаг, оплачивать счета. Сегодня выходной, значит, сегодня звонков не будет в компании. Вот звонили с Дэла Иншуринс, и нужно будет перезвонить, потому что у меня с собой не было его, этой карточки номера. Вот, вот такие дела. Так, сейчас надо его покормить. Отключаюсь. Ну, ты ж поел уже, я ж тебя покормила, Лерой. Не надо вот это лазить по столам. Давай. Хочу заварить себе чаек. Попить горяченького. Позавтракали. Да, и Лерочек позавтракал. Вот такой чай. Тоже покупала, как бы, ну, не недавно, а давно. Вот пришел, как говорится, сезон зимний. А зимой я пью чаи. Летом нет. И вот размораживаю замороженную фрукту. Буду делать пирог. Что у нас здесь? У нас здесь ананас, клубничка, манго и, по-моему, все. Или же перс. А, вот написано. Ананас, клубника, персик, манго. Манго. Вот так. Добавлю яблоко и вот размораживаю масло. Нужно, чтобы оно было мягкое. Ну что, холода, холода наступили у нас до этого. В принципе, зима шла относительно прошлого сезона. Такая слабенькая. Выпадал снег, но такого мороза крепкого не было. Пару дней, опа, температура повышалась. Да, и все это, в общем-то, растаивало. Сейчас вот устоялась уже неделя, вот такая вот погодка. Ну и, знаю, по новостям в России тоже такие холода. И, конечно, люди там страдают. Лопаются трубы, в общем-то, не позавидуешь, да, этим обстоятельствам. А мы живем в картонных домах, как говорят многие, да, и у нас ничего, да, 30 градусов мороза, а у нас тепленько, мы ходим, видите, в футболочках, вот так, да, Лерой? Так что лучше иметь картонные дома. И хорошие, как говорится, коммуникации трубопроводные, чем жить в каменных домах, где коммунальщики не следят за качеством труб, не меняют их вовремя, и люди потом имеют большие проблемы и замерзают при такой температуре. Вот так. Вот вам мой сказ по поводу этого.
Получила я сегодня посылочку, бандеролечку, вернее, вот, с компанией Тема. Уже многие знают, и многие делают заказы через эту компанию. Но я вам уже говорила, что мелочи там для кухни, для дома, какие-то там розеточки, мухоловки, комароубивки. То есть вот это все можно покупать, а с вещами я не знаю, я недовольна. Я заказала сколько? Пробные 3 пары брюк, и, в общем-то, я недовольна вообще. Ни по вшивам, ни тканью, в общем, ничем. Одни я сдала, другие попыталась сдать, они сказали, что не нужно сдавать. Вот, а одни я оставила, думаю, может быть, перешить. Потому что, в принципе, там принт неплохой, но пошив, в общем-то, ужасно, уже мне не идет. Итак, я уже не помню, что я заказала здесь. Давайте будем смотреть вместе. Так, это что? Это карандашик закрашивать седой отросший волос. То есть прикорневой волос. Вот. Вот согласитесь со мной, любую краску покупаешь, дорогую, недорогую, разные там составы. И все равно через 2 недели, значит, уже все. Уже нужно корректировать. Или же волосы так быстро отрастают, или же смывается краска. Ну, вот после 1 недели, то есть можно откорректировать. То есть идет уже линия такая светлая. И можно вот таким карандашиком корректировать. Если куда-то там очень важный выход какой-то в люди. Если нет времени окрашивать. Так, карандашик для бровей, для корректировки. Такой темно-темно-коричневый. Это что? Это, по-моему, подставочка для мобильного телефона в машину. Сейчас я открою. Да, это подставочка. Посмотрим, как она прилепится к поверхности. Мне кажется, что она не прилепится нормально. Ладно, посмотрим. Дальше. А, вот, массажер я взяла. Коврик-массажер. То есть вибрации. Это я, в принципе, для Дела взяла. Вот, видите? Food massager. Messenger. Messenger. Массажер. Вот. В общем, сейчас надо будет распечатать и посмотреть, насколько там идет эта вибрация. И будет ли какой-то эффект. Ну, для меня тоже, в принципе, это неплохо. Массажное кресло – это неплохо. У меня есть коврик с иглами, вот типа как для йогов. Тоже я остановлюсь, стою минутку-две босиком. Раньше я не могла остановиться, теперь я свободна. Становлюсь и вот стою, делаю вот такой вот точечный массаж или иглоукалывание. Так, это я уже вижу, это ножницы. Здесь должно быть 2 пары ножниц. Тоже сейчас нужно открыть. Мы с вами посмотрим. Все. Так, здесь все. И вот это что-то. Что это, девочки, забыла. Да-то я не могу вообще вспомнить. Так, все, идем на кухню, открываем. Там я вам покажу. Там просто Дэл смотрит телевизор сильно громко, как обычно. Вот, и тоже мне купите ему наушники беспроводные. Все у него есть, и наушники, все есть, девочки. Он то пользуется, то не пользуется. И тоже, знаете, долгое время даже просидеть один сеанс, ну, фильма, не очень-то комфортно в этих наушниках. Сама пробовала. Вот даже маленькие эти надеваешь в уши, всовываешь, и тоже мне некомфортно. Мне начинает раздражать вот эти все вставки на уши. Так, ладно, идемте на кухню. Дальше я сейчас посмотрю, что вот в этом пакетике. Посмотрим с вами ножницы. Да, Лерой, идем.
Итак, развернула. Это коврик, видите, с такими камушками. И, наверное, опять же, многие знают, что есть много точек на наших ступнях. И каждая точка отвечает за орган, наш орган, видите. Когда мы становимся, делается как бы давление и активируется работа органа. Сейчас посмотрим. В общем, я смотрела эти вещи на Амазоне. Они немножко там дороже стоят. Там на 4, на 5 долларов. Ой, девочки. Вот, а на тему, соответственно, дешевле. Вот так вот надо стоять. Вот сюда надо поставить. Вот, вот так надо стоять. Я стою, а я стою, чего-то жду, а музыка играет и играет. Класс. Я люблю вот это дело. Я очень это дело люблю. Так, Дел, конечно, не сможет стоять на этой штуке. Ой, класс. А для Дела, вот, в основном, я взяла вот такую электрическую, как я вам уже сказала, массажный коврик. Но я смотрю, тут столько этих, слушайте, причиндал. Все нужно по инструкции, посмотрите. Все это нужно подключать, подзаряжать. В общем, да, это дело не быстрое. В общем, с этим я разберусь потом. Почитаю все это, как правильно. Здесь уже шутить и на скорую руку это делать, думаю, не стоит. Не использовать этот продукт с медицинскими электроприборами. Ладно, почитаю потом. Повнимательнее. Ну вот. Вот это хорошая штука, гонять, как говорится, лимфу. Вот. И что? И ножнички, да? Ножнички. Вот такие ножнички. Мне показались они неплохие. Тоже на Амазоне их видела. Но посмотрим, что они будут резать. Ткань или бумагу. Бумагу так точно, наверное, но не буду пробовать на бумаге. Нельзя. В общем, попробую на ткани. И все, вот такие покупки. Это где-то было на 20 долларов у меня. Вот это сейчас пойду попробую. Ну, не знаю, не будет оно присасываться. Так, все. На сегодня все. Да, и вот я еще купила себе, представляете, люди худеют, а я решила потолстеть. Купила себе целый ящичек вафли, ванила и по-моему, шоколад, да, и шоколадный. Вот так, девочки, все, я буду поправляться. Вот такой. Окей. Вот я в машине, и вот это вот так, как бы планировалось для телефона. А как же вот здесь? Ни присосок, нет этой клейкой поверхности, да, вот, допустим, снять, да, и чтобы приклеить. Как оно устанавливается? Что вообще непонятно. В общем, короче, сдаю эту фигню. Я не понимаю, как она должна работать, как она должна крепиться. В общем, все. Сейчас идемте, я вам покажу, какие подарки сделал мне мой Даник, сын. Сейчас вам покажу. Ну что, в первую очередь хочу показать мои духи. Их немного. Armani Code. Я пользуюсь этими духами, наверное, уже в течение 15 лет. Первый мой флакончик тоже подарил мне сынок. Как я нашла эти духи для себя? Попался в руки журнал, и там был вкладыш
ароматизированный такой кусочек картона, так скажем, пробника. И вот я понюхала и ощутила, что это мой запах. И вот сыночек мне заказал. Я до сих пор пользуюсь этими духами. Они мне не надоедают. Вот именно мой запах. И вторые духи, которые вот действительно тоже мой запах, попал вот в мои объятия. Это Midnight Romance. Романтическая полночь, я так понимаю, да, если перевести. Ralph Lauren. Вот тоже пузырек у меня закончился, и Данюля мне вот снова пополнил. Вот два парфюма, которым я не изменяю, а может быть изменю, когда попадется, как говорится, тот запах, аромат, который вот меня снова влюбит в себя. Ну вот пока так, ребята, вот два запаха моих самых любимых. Я не люблю цветочные, не люблю со всякими типа специями, не люблю никакие не арбузные вот эти вот тона легкие. Я больше люблю какие-то терпковатые, чуть-чуть склонные к мужским ароматам. Вот такие я люблю. Никакие не Шанели номер 5. Все это не мое, все это тяжелое. Болит голова от этих духов. Так, и следующая вот такая установка. Это новое поколение фена. Вот такая установочка Dyson. Здесь и утюжок, и фен, и все, что хотите. И плойка, вот видите, эти каких наконечники. Более мелкая завитушка, более крупная завитушка. Щеточки, расчесочки, которые одновременно и расчесывают ваш волос, и уже, как говорится, выравнивают, или же наоборот, делают волнистый волос. Вот. Это вот типа новый утюжок, новое поколение утюжка. Здесь нет никакого прилегания с двух сторон волоса. Он, как говорится, не компенсирует ваш волос. Это все получается выравнивание идет при помощи потока воздуха. Вот так. Когда-нибудь я покажу. Сейчас я не буду показывать, потому что я только, как говорится, привела свою голову, свою волос вот в такой волнистый вид. Вот, не хочу я сейчас выравнивать. Я, ну, типа, даю отдых волосам. Не всегда их, в общем, выравниваю. А немножечко держу в таком беспорядке. Да, вот мне нравится и беспорядок тоже. Вот. Когда, в общем-то, будет у меня желание выровнять, я вам продемонстрирую. Очень-очень классная установка и очень классная, так скажем, Леруан. Очень классная, новое изобретение. Вот так я вам скажу. Вот в такой коробке все это. Здесь бархат. Здесь тоже бархат. Вот. Нужно почистить этот бархат. Уже запылился. И нужно вот так накрывать, чтобы не было верхом вот эта ткань. Чтобы не садилась пыль. В общем, вот так, ребята. Вот это вот дорогой подарок. Даник мне сделал. И так как он изучал парикмахерское дело, закончил школу парикмахеров, вот он у меня, как говорится, женский мастер, но без большого опыта. И он мне сказал, что мама, вот это хорошее новое, как говорится, изобретение, которое не портит волос. Вот, то есть не применяя больше вот эти утюжки, а вот это вот очень хорошее для сохранения здорового волоса, структуры волоса. Вот так, девочки. Все. Вот такие подарки небольшие у меня были, но, я же повторяюсь, очень
как говорится, нужные. Подарок тем ценен, когда он нужен, правильно? А не просто вот что-то как-то подарить, вручить, и человек этим, как говорится, не пользуется. Дальше я заказала, дозаказала свою косметику по уходу за волосами. Придет, тоже вам расскажу. Я рассказывала это, когда сделала первый заказ. Вот эта линейка и ухода за кожей лица и за волосами. Не только за структурой волоса, за концами, но и за кожей головы. Вот этот уход. Ну все, тогда. На этом все, пока. А вот и пирог. Наполовину, видите, мы уже его съели. Очень вкусно получается, быстро. Это песочное тесто и фрукточка. Я вам говорила, что сюда входит. Обалденный. Наш самый любимый сделан пирог. Я много раз уже показывала его. По-моему, даже говорила рецепт, озвучивала. Кто заинтересуется, пожалуйста, без проблем. Напишу в комментарии рецептик. Спустилась я наконец-то в свой кабинет, так скажем. Ну что, ребятки, буду заканчивать видео. Мне нужно сконцентрироваться, начинать делать годовой налог. Вот. И разбор документов по папочкам, по стопочкам. В общем, видите, какой бардак у меня. Видите, сколько бумаг. Все мне нужно распределить, аккуратненько все скомпоновать. И главное запомнить, что и где. Вот это самое главное. Вот. И начинать работать с подачей налогов за прошедший год. Да, Леройчик? Леройчик со мной. Так, камера. Что такое камера? Вот, Леройчик отдыхает уже. Поел. Все, на отдыхе. И Лилуша. Вот там мой попугай. Тоже принесли мы ей яблочко, да. Яблочко принесли, бананчик и брокколи. Все. Все, ребятки. Всем пока-пока. До следующих видео. Да, Лилуша. Гав-гав-гав.